Первая выкуренная сигарета, как правило, приходится на подростковый возраст. Молодежь – это наиболее уязвимая часть общества, подверженная этой пагубной привычке. К сожалению, это пристрастие нередко затем остается с человеком на годы. Среди заядлых курильщиков, пытающихся отказаться от употребления табака, более половины составляют те, кто начал курить в юношеском возрасте. Специалисты комплексного молодежного центра «Континент» вместе с волонтерами молодежного патруля вышли на улицы Славянска на Кубани, чтобы в живом общении с ребятами пропагандировать здоровый образ жизни, одним из краеугольных камней которого является отказ от курения. Они постарались объяснить молодым людям, что вред никотина для них намного больше, чем для взрослых. Токсичные вещества действуют на молодежь сильнее, а также быстрее вызывают привыкание. Этому, конечно, нужно активно противостоять. Курение приводит ко многим заболеваниям. Страдает человеческое здоровье, память, мышление. Человек занят вредной привычкой, не замечая того, он мог бы посвятить это время творчеству, активной жизни, общению с друзьями. Также хотелось бы отметить, что он вредит не только себе, но и людям, которые находятся рядом с ним, то есть являются пассивными курильщиками. Мы хотим, чтобы в нашем городе, молодежь нашего города вела активный образ жизни, выбирала спорт, думала о своем будущем. Ребятам вручались специальные таблички с призывом «Курить не модно, дыши свободно», а также красочные значки «Поколение здоровья». Самое главное, на реальных примерах волонтеры постарались показать, что только освобождение от табачной зависимости дает возможность жить полноценно и насыщенно. Со здоровым образом жизни. Он может заниматься спортом, бегать, гулять с друзьями. А вот с курением он только может с друзьями пообщаться, покурить. Главное то, что сложно бросить. Просто нужно взвесить, подумать, поразмышлять и поменять компанию друзей, которые занимаются здоровым образом жизни и идут только к финишу. Они стоят на месте, как курильщики. Благодаря таким акциям в молодежной среде все шире будет распространяться идея о здоровом образе жизни, что очень важно и нужно для всех. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».